Вся прелесть машины CNC или ЧПУ, как ее называют, заключается в том, что она способна делать детали не только для кого-то, но в кавычки возьму как бы для самой себя. То есть в данном случае быстренько я набросал деталь крепления фена. То есть будет 80-миллиметровый фен. Вот такой. Ну, от обычного компьютерного блока, который будет находиться вот здесь внутри. Это место будет открыто. И крепление к контроллеру Tiny G, который управляет шаговыми моторами. То есть все я уже рисунки обработал, векторы создал. Сейчас можно посмотреть, как это все будет. Можно это посмотреть виртуально. До того, как вы начнете резать сам материал. То есть, если где-то ошибки, если где-то что-то поправить, почистить, будет сразу все видно. И можно будет это исправить до того, как вы занесете это уже в саму CNC. Можно смотреть в реальном времени. Можно ускорить немножко. Я не хочу называть себя профессионалом в этой области. Для меня это дело новое. Поэтому возможно, что сам ход инструмента не оптимизирован, как его сделал бы профессионал. Но по расчетам должно уйти где-то в районе 20 минут на то, чтобы сделать эту деталь. Ну вот, деталь вырезанная будет вот так вот выглядеть. То есть центр и вот эти вот по краям штуки, они идут, останется только вот эта цельная деталь внутри. Деталь проверена, нарисована. Мне нравится, как она будет вырезана. Никаких у меня нареканий к ней нет, по крайней мере. Теперь и это все надо, все вот эти векторы, которые вот здесь вот созданы, и все проходы инструмента, которые созданы, их надо сохранить. Сохраняется вот этой кнопкой. Работаю я в Aspire 8.0. То есть вот эта кнопка сохраняется. И говорит, что вы хотите сохранить их все. И сохраняете Toolpath. То есть нажали, она сохраняет его, да? То есть весь ваш код сохранен, его можно открыть, посмотреть. Это просто серия команд. Такая длинная серия команд. Этот файл получился довольно-таки легким, всего 16,5 килобайт. Теперь идем, открываем Chili Pepper. Ну или какую другую программу, которой вы пользуетесь или собираетесь пользоваться. Ну, вот это вот стандартное окно Chili Pepper. И все, чтобы все, что надо загрузить, надо взять его, перетащить его и бросить его сюда на экран. И все быстренько загрузилось. То есть тоже можно покрутить, посмотреть со всех сторон. Все вращается. Если надо вернуться, если вы там ее закрутили, бог знает куда, вам надо вернуться в исходное положение. Просто вот там иконка есть такая, глаз. На нее нажимаете, она все вернулась в состояние. Ну, вот время расчетное 21 минута 41 секунда. Ну, все, так что можно теперь подключать CNC, включать саму машину и вырезать эту деталь. Вырезать деталь с этим раутером буду впервые, поэтому как бы для меня тоже эксперимент. У этого раутера коллайд, который внизу стоит, куда вставляется инструмент, он 6,35 миллиметра или 4,25 дюйма. И деталь в 3 миллиметра с 375 или 1,8 дюйма, он не зажимает его, просто у него губок не хватает. И для этого вот я купил такой адаптер, точно сделан, Amana Tools.
не самым лучшим образом наклейка наклеена, номера не видно. Но у Аманы можно посмотреть вот по этому номеру и сразу его найдете. Вот адаптер. Инструмент в него вставляется очень легко, чуть-чуть в натяг. Очень хорошо он не выпадает, просто держится там. И потом вставляется уже в раутер. Подошву поднять и барашки чуть-чуть, сильно не надо, чуть-чуть затянуть, все, она не крутится и не упадет. Щетки я заказал, которые вот сюда вот пойдут, ограждение, но их пока нет, поэтому делать деталь надо. Поэтому сегодня взял коробку картонную, просто дно у нее вырезал, вот так вот сюда поставлю, чтобы как-то уберечься от стружек, которые, ну, в прошлый раз они просто летели во все стороны, и потом пришлось где-то час пылесосить после всех этих дел. Так, ну теперь надо выставить машину в исходное состояние, то есть по нолям. Закончил я ее резать. Что можно сказать? Ну, во-первых, не самое лучшее качество. Немного материала по краям осталось. Его, конечно, можно срезать. Но это как бы дополнительный ручной труд. И вот здесь в конце фреза последний раз не прошла. Почему? Потому что как только фреза вышла здесь и вырезала это место, то есть все ослабилось, и деталь просто выскочила оттуда. И фреза прошла по пустому месту. Это надо учесть на будущее, закреплять получше. Там вот подсоединено. Еще осталось немножко, опять же, потому что все отошло в сторону. Но ничего страшного. Тут расстояние, в принципе, очень тоненькое. Я его сейчас прорежу аккуратно, и можно будет ей пользоваться. Вот. Но намусорила она, конечно, хорошо. Все статическое электричество никто не отменял. Она вон как снег. Это пластик, полиэтилен. Сейчас я пропылесошу и почищу детали, можно будет ее ставить на место. Так, ну все, пропылесосил, снежную лавину свою убрал. Такая деталька получилась.
Надо саму деталь еще пропульсить хорошенько, на нее поналипло. Очень. Ну вот сама деталь. Вот такая. И тест. Все отверстия крепления, все точно совпало. То есть будет вот так вот стоять, а сверху будет Tiny G. А все, можно теперь прикрутить ее на место. Сначала наживить, чтобы все попали на место, отверстия совпали, а потом протянуть. Обдув работает, получился хороший поток воздуха. Ну, вот машина сама для себя делает детали, очень удобно.